Привет, друзья! Я Александр Криушин, художник из Украины. И в этом видео я расскажу вам о том, что такое проект Painting and Travel. Прежде всего, Painting and Travel – это арт-видеоблог, созданный и придуманный мной и моим другом-художником Александром Шандером. Основная цель нашего проекта – это создание оригинального, образовательного и популярного контента по станковой живописи для художников и любителей станковой живописи по всему миру. Но оригинальность проекта не только в его содержании. Один из его больших плюсов – это его универсальность. Все видео и публикации содержат английский субтитр и описание, что делает наш продукт доступным более широкой аудитории. Внося ежемесячную небольшую поддержку, вы будете регулярно получать новые видео и иллюстративный контент, большая часть которого доступна только нашим покровителям на Patreon. И это, конечно же, авторские видео о наших поездках на пленэры, в которых мы расскажем об особенностях работы на пленэре и поделимся личным практическим опытом. А еще это оригинальные учебные видеопособия в виде мини-лекций и туториалов на такие актуальные темы, как теория и практика живописи, композиция живописи, техника станковой живописи и художественные материалы, использование цифровой живописи в творчестве, цвет и колорит живописи и многое-многое другое. Моя цель – это создание большой учебной библиотеки по проблемам современной станковой живописи с наглядным фото и видеорядом. Ну а вы можете поддержать мой проект своей регулярной подпиской на странице создателя Patreon Painting and Travel. Там для вас доступно три уровня поддержки. Follower – базовый уровень, специалист – продвинутый уровень и фанат – топовый уровень с эксклюзивными возможностями. Друзья мои, будьте с нами и поддержите наш проект. Впереди много интересного. Хе-хе-хе.